Всем привет! Сегодня готовлю вкуснейший куриный паштет. Готовится быстро, продуктов нужно минимум, а получается очень вкусно. Начнем с того, что нарежем куриную грудку. Далее нарежу яйца. Отправляем это все в блендер. Сюда же вливаем молоко, добавляем сливочное масло, специи и немного подсаливаем. И все это хорошо перебиваем блендером. Все, буквально несколько минут, и паштет готов. Паштет получается нежнейший, лучше колбасы в 1000 раз, очень вкусно. Такой паштет прекрасно заменит любую колбасу, особенно утром, на завтрак, намазать на хлебушек или булочку с кофе или с чаем. Это очень вкусно, обязательно попробуйте. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита, спасибо, что были со мной, готовьте, пробуйте вкусный паштет, подписывайтесь на мой канал, ну и всем пока-пока!